Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать и показать, как связать вот такой узор. Называется он соты. Для этого узора нам понадобится любое четное количество петель. Давайте начнем вязать. Наберем любое четное количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Пусть у нас будет 18 петелек. Одну спицу вытягиваем, оставляем одну спицу. Первый ряд вяжем так. Кромочную снимаем. Одна лицевая петля, и следующую петельку снимаем с накидом. Нить должна быть перед работой. Лицевая петля, одну снимаем с накидом. Так вяжем до конца. И в конце кромочную вяжем изнаночной петлей. Второй ряд. Кромочную снимаем. Одна лицевая петля. Накид перебрасываем на правую спицу. Далее 2 лицевые петли. Накид перебрасываем на правую спицу, не провязывая. 2 лицевые. Накид перебрасываем на правую спицу. Так вяжем до конца второго ряда. Лицевые петли, накид снимаем, не провязывая. 2 лицевые петли, накид снимаем, не провязывая. 2 лицевые петли, накид снимаем, и в конце ряда 1 лицевая и кромочная, изнаночная. Третий ряд. Кромочную снимаем. Две лицевые петли. Кромочную одна кромочная петля,
одна, изнаночная снять с накидом. И лицевую с накидом нужно провязать лицевой. Изнаночную снимаем с накидом, лицевую с накидом провязываем лицевой. Изнаночную снимаем с накидом, лицевую с накидом, лицевой. И так до конца. Лицевую с накидом провязываем, изнаночную снимаем. И в конце кромочную, изнаночную. Четвертый ряд. Кромочную снимаем. Две лицевые. И накид перекидываем. Две лицевые. И накид перекидываем. Две лицевые. Накид перекидываем. Так, вяжем до конца. Две лицевые, накид перекидываем. В конце кромочная, изнаночная. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Накид с лицевой, вяжем лицевой, изнаночную с накидом снимаем, лицевую провязываем с накидом лицевой, изнаночную снимаем с накидом. И в конце кромочную, изнаночную. Шестой ряд. Кромочную снимаем. Одна лицевая. И накид переснимаем. Две лицевые петли. Накид переснимаем на правую спицу, не провязывая. Две лицевые. Накид снимаем, не провязывая. В конце ряда одна лицевая и кромочная, изнаночная. Вот что у нас получается. С седьмого ряда вяжем как с третьего ряда. Все, спасибо всем за внимание. Ставьте пальчики вверх, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи!